Ну что, родники мои, вот и подлетело обновление. Наконец-таки подошло обновление у нас в Оксайде. Наконец-то. Так, сейчас я забиваю Оксайдик, наш любимый, в App Store. Да, вышло обновление. Только что-то тут его нету, а тут есть. Так, обновляю. 22 августа. Была добавлена мини-игра «Колесо удачи», скорее всего, я так понимаю, за донат. Добавлена безопасная зона на заброшенной фабрике. Исправлено множество багов и ошибок. И, кстати, не указали, был ли добавлен античит, потому что я очень сильно ждал, чтоб добавили античит. Я сейчас чекну, зайду на форум, там подробнее расписано, что было изменено, что было добавлено. Написано, что было добавлено колесо фортуны, но это мы уже знаем. Безопасная зона, добавлен голосовой чат на iOS, ура! Теперь владельцы айфонов, iOS теперь смогут коннектиться в игре, да, общаться в голосовом чате. Это очень хорошо, но я не вижу античита, который нам разработчик обещал на день рождения Оксайда, его просто нету. Кажись, без читеров мы так и останемся, кажись, с читерами, но зато будет что сейчас затестить. Кстати, безопасную зону я хочу сейчас затестить. Все, заходим в игру. А, скидки. Вышли скидки как раз. Да, минус 50%, ребятки, кстати. Но я не знаю, стоит ли того покупать, не покупать, это только от вас зависит. Я так, по управлению что-то смотрим, нет, изменений никаких нету. А какое колесо фортуны? Я просто не вижу. Скорее всего, наверное, в игре, да? Давайте зайдем вот на 6 онлайна вот здесь. Так, 6 онлайна, нам нужно сейчас бежать на город. Нам нужно сейчас бежать в город и затестить как раз безопасную зону. Сейчас я поближе кильнусь. Что вам сразу показать. Мне очень интересно, что там добавили. Я почитал бы комментарии насчет, кстати, я знаю, что у меня и читеры тоже смотрят. Пофиксили ли читы или до сих пор можно играть с читом? Вот этого я не знаю. Напишите, ребятки. Я знаю, что есть читеры, которые меня смотрят тоже. Осуждаю, если что, читеров. Но такая вот у нас игра. Все, бежим в город, я рядом появился. Я лишь думал, что выйдет только античит и скидки. Да, это 100% скидки должны были выйти. И добавят какие-нибудь, ну, донатные скины, например, я думал. Потому что у нас разработчик постоянно любит что-то добавлять за донат, а сейчас, ну, ничего не добавил за донат. Вот это да. Сейчас добежим до города, посмотрим, что там за безопасная зона. Так, я подбегаю к городу. А какие-то изменения есть? О, обозначение добавили. Ага, смотрите. Значки добавили, лаки, вот, кстати, колесо фортуны в городе, и осторожно, типа, радиация здесь, добавили обозначение на карте, все, бежим в город, мне даже интересно, мне очень интересно, что там было добавлено, а, вижу уже, видите, вон, камера торчит, да-да-да, здание изменили, все, бежим туда, смотрим, мне очень интересно, что там, мне безумно прям интересно. Посмотрите на это. Посмотрите, как она выглядит со стороны. Вау! Это очень круто. Эти камеры. Стекла. Офигеть. Не, вот это реально достойно. Рулетка, скраб можно крутить, как в Расте. Вот это, ребятки, я понимаю обновление. Мужики, а дайте мне немножко скрапа. Хотя бы 10 скрапа есть? Хотя бы 10 скрапа, можешь дать? Просто протестить обновление. Спасибо тебе огромное. Так, а как изынуть? А как открыть? А как положить? А чё она не открывается? Не замуж. Встать сюда надо. Ничего. Ну, вроде бы должно было что-то выпить. Подождите, а что с ним? Подожди, ты вызываешь что-то больше однёрки. Даже протестить не дает, поняли? Рома, помоги, пожалуйста. Так, чтоб слезть, надо пробел зажать. Но он не открывается, видите, он не открывается. Но не работает, да, видите. Даже открыть нельзя. Вот первые косяки просто. Ребята, никто не может открыть, даже поиграть. Ну, сейф-зона работает, кстати, ребят. Здесь можно тусоваться теперь. Вообще прикольно очень, кстати, сделано. Но рулетка, как видите, не работает.
протестить ее, ну, никак я не могу. Вот я сажусь, я даже шевелить не могу ничем. Можно посидеть. Так, ну, как видите, колесо фортуны у нас баганное. Просто нельзя закинуть скрабчик, да, на определенное число. Объясняю, кто, если не в курсе, как это колесо работает, там есть, получается, вроде бы 4 цвета, да? Там 1х, 3х, 5х и 20. И каждый под своим цветом. Получается, там 1х дает 2х, да? Там, например, 3х дает 3х, ну и так далее. Мужики, а что, не работает колесо, да? Не работает, жабак на сок взят, так чтобы он работает. А как скраб положить? Я что-то не понял. Во, открыл! Смотрите! Я не знаю, как это сработало. Давайте на 3 поставим. Во! Я на 3 поставил. Мужики, на 3 поставил. Хорош, хорош. Давай. Тебя бак получил, значит. Всем просто здорово. Ай-яй-яй. Не мой день сегодня. Короче, я как-то нажал сначала на диван, а потом резко... Вот, да-да-да. Видите? Вот, видите, зашло. А, сейчас закинем, сейчас время, сейчас пройдет, колесо крутится. Вот, сейчас закинем скрабчик на какое-то число. На 1, например, давай закинем. Вот. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Блин, печально, я не могу посмотреть, как барабан крутится. Ну ладно, сейчас дождемся. Или давайте посмотрим сначала, давайте. Главное, чтобы мой скраб никто не забрал. Да, вот он. Висит. Так, 10 секунд остается. Сейчас он будет крутиться. Так, вот, да, крутится, крутится, крутится он. Смотрим, какое число выпадет. Давай один. Ну, давай один, один. Лагает, конечно, рулетка эта. И, да, один выпал. Смотрим, выигрыш. А где он? А, у него забрали выигрыш, что ли? Да ладно, мне кто-то забрал. Или подожди, или не один выпал. Подожди, один же выпал. Заскамило, у меня рулетка заскамила. Один же выпал, видно. Ну, все. Скам-рулетка. О, кстати, она мне открывается. Подождите. Она мне открывается даже без этого бага. А некоторые нет, кстати, да. Вот эти нет, это нет. Так, ну что, на этом данный видеоролик мы будем заканчивать. Увы, обновление вышло совсем небольшое. Добавили новую безопасную зону в городе, добавили колесо и добавили, получается, голосовой чат был добавлен на iOS и исправление каких-то мелких багов, да. Ну и, конечно, и на этом обновлении было очень много багов, потому что рулетка, во-первых, не открывалась, и были еще замечены небольшие какие-то баги на бессмертие, на невидимость, мне подписчики скидывали. Я не знаю, как он делается, конечно, но он как-то делается с помощью как раз вот этой рулетки. Не знаю, конечно, вы можете написать в комментарии, как делаются эти баги, я почитаю в комментарии. И также бы хотел спасибо вам сказать, что досмотрели до конца. И также хотел бы вам посоветовать, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал, если не подписан. Прямо вот сейчас под видосиком есть ссылочка на мою телеграм-группу. Там выходит оповещение о обновлении. Первым вы узнаете, когда выйдет следующее обновление, да? И когда выходят новые видеоролики и оповещения о новых стримах. Спасибо огромное, что досмотрел до конца. Надеюсь, ты поставил лайк, подписался на канал. Всем огромное спасибо. Всем пока.